Все на свете прекрасно знают, что в любом сказочном королевстве обязательно есть мудрый король, прекрасная принцесса и храбрый рыцарь. Привет, это я. Самый храбрый, сильный и ловкий рыцарь в королевстве. Рыцарь, осторожно! А также ужасный, коварный злодей. Я здесь король! Уже нет! И единственный, кто может его остановить, это наш герой. С этого дня в королевстве будет новый король! Я! Что? Он совсем того. А где мы будем сегодня ночевать? Мы будем ночевать под звездным небом, как настоящие искатели приключений. Мы отправимся в путешествие, победим злодея. Спасем принцессу. Сразимся с драконом. Меня немного смущает история про дракона. Куда-то собрались? Не с места, самодовольный червяк! Ты опоздал, дурачок! Это он! Взять их! Лейте масло! Круто! Приготовьтесь к встрече с отважными героями! Ты уверен, что это безопасно? Нет, но это весело! И злобным принцем! Привет! Мы еще посмотрим, кто кого. Ура! Ну, он крутой. Храброе сердце 3-5.